поднимаются этажи нового микрорайона в Южно-Сахалинске. Почти все его строители – выпускники профессионально-технических училищ номер 2 и 18. Михаилу Сергеевичу Дорофею всегда приятна встреча с будущими градостроителями из его родного училища. Он помогает им освоить все тонкости профессии монтажника-строителя. Летняя практика подарила ребятам прекрасные чувства, гордость за первый жилой дом, который они построили своими руками. Александра Павловна Куликова, наставник девчат из ПТУ номер 2. Молодые отделочницы понимают, что настроение жильцов во многом будет зависеть от их старания, умения, вкуса. Успехов вам, строители будущих городов!